Итак, показываю, что у меня получилось до настоящего времени. Мы вышили с вами стебель с листьями, мы вышили с вами вот эти красные цветочки, и мы вышили с вами низ цветка. Теперь вышиваем верх цветка. У меня уже вот несколько лепестков готовы. И здесь вот, вот этот маленький лепесточек я все-таки сделала вот болотного цвета, все, потому что я решила, все-таки это должно быть в зеленых тонах. Теперь я вам покажу, как вышиваются вот эти сами пышные лепестки. Здесь осталось два лепестка. В примере их я покажу, как это делается. Берем светло-розовый меланжевый ирис. У нас вот такая серединка. Мы ее должны прямыми стежками вышить. Вводим у основания наш розовый, бледно-розовый, и такими высокими стежками немножко отступаем с края и возвращаемся к основанию. Основание у нас здесь тоненькое, поэтому все равно отступать как бы надо, но возвращаться назад. Если мы сверху возвращаемся, можно возвращаться вот в ту же точку. Дальше рядышком. Главная задача — закрыть поверхность серединочки все бледно-розовым. Вот. Один цветок, серединка одного лепестка готова. Здесь вот можно еще вот здесь небольшой просвет его закрыть. Все, теперь берем, переходим вот к этому лепесточку и идем, да, вот вверх, теперь сверху опять вниз. Немного отступаем опять вверх, сверху вниз. Вот здесь небольшой просвет закроем. Можно еще... Нет, все. Потому что тут дальше будет вот этот вот лепесток, нам это не надо. Вот. То есть серединки двух лепесточков мы сделали. Теперь делаем закрепочку и обстригаем нашу нить. Берем нитку уже темно-красную, такую бордовую, меланжевую. Видите? Вот эту. И начинаем вышивать вот такие лепестки. Используем зубочистку. Кончик отрываем чуть-чуть. Выводим нить вот сюда. Вот здесь, видите? Выводим. Эта ниточка нам понадобится. Отступая буквально полмиллиметра от этой, идем иголочкой вниз и выводим ее вот сюда. Вот такой длины у нас будет вот отсюда. Отсюда у нас будет вот такой лепесток. Вот так. Мы вот это место, там где у нас отверстие для нитки, мы его не трогаем. Оставляем свободным. Поднимаем нашу иголочку. Берем свободную ниточку, подставляем зубочистку, вот так подставляем. И начинаем на зубочистку и на иголочку делать вот такие узелочки. То есть нитку берем, вот так вот перекручиваем ее узелком, надеваем. Еще раз смотрите, вот, немножко перекрутили и затянули узелок, вот. Затянули вот у того момента, где иголочка входит в ткань. Вот одна петля, две, три, четыре, вот, пять, шесть,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 15 вот таких узелков нам вполне хватит. Теперь берем зубочистку, вот так аккуратненько убираем, придерживаем все вот эти наши швы и вытаскиваем аккуратно. Вот нить вытаскиваем и вот так ее назад укладываем. Вот, ведем к тому месту, откуда мы начинали, вот отсюда. Вот, видите, пол лепестка готовы. Немножко еще подтягиваем. Пол лепесточка готова. Вот эту ниточку так вот немножечко вправо цепляем и выводим нить на обратную сторону. Вот что у нас получилось. Видите, вот у нас половина лепестка готова. Теперь мы идем опять сюда же, вот к основанию лепестка. Выводим ниточку, она нам понадобится, мы ее вот так придерживаем. И отсюда же чуточку вот ниже. Вот так иголочку и идем опять вверх, да, вот там, где у нас рядышком, выводим вот сюда, где был первый лепесток, вершина первого лепесточка. Видите, вот она ниточка. Мы ее вот так иголку не вытаскиваем, поднимаем. Добавляем зубочистку нашу, рядышком схватываем ее и свободную эту ниточку делаем опять 15 навивов. Таких вот узелочков, 15 узелочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все, хватит. Смотрите, чтобы здесь у нас ниточка не вырвалась. Если она вдруг у нас, мы ее теряем, нам надо ее деть. Убираем зубочистку, придерживаем все тут и вытаскиваем нить аккуратненько, вот так укладываем ее уже влево, подтягиваем ниточку, верхушечка ее тут осталась, низ у нас вот где, здесь все ниточки ушли, видите, вот. Серединка видна, вот правый лепесток, вот левый лепесток. И мы просто его опять все вытащили. Все, у нас лепесток готов. Вот такой красивый получился лепесток. Они все пышные. Видите, какие? То очень красиво смотрятся. Теперь идем вот в этот лепесток и делаем то же самое. Вот. Все-таки я покажу полностью на двух лепестках. Вот. И к серединке, да, вот такой высоты будет наш следующий лепесток. И начинаем наши навивы. Наши узелки. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 и 15. А теперь посмотрите, ниточка у меня вот сорвалась. Я здесь вытаскиваю зубочистку аккуратно, ничего не трогаю, зубочистку вытаскиваю. И наше ушко беру аккуратно и протаскиваю ниточку опять в ушко. Все. И вот только теперь, то есть такое бывает. Вот, придерживаем все наши узелки вот так. И назад укладываем весь наш лепесток правый. Вот, видите? Вот, мы его уложили. Все. И теперь здесь чего не надо. Здесь я вот, я бы вот сюда ниточку увела. Все. Здесь у меня остался небольшой хвостик. Мне, думаю, не хватит, наверное, на кончик лепестка. Я сейчас посмотрю, что можно сделать. Для второго лепестка мне ниточки будет недостаточно. И я могу второй лепесток, знаете, каким образом сделать? Допустим, у нас нитки нет, мы его просто можем сделать обычным рококо. Вот, смотрите, вот у нас хвостик придерживаю, а здесь просто делаю навивы. Лепесток у нас будет не такой пышный, но ведь лепестки разные бывают. Может быть, он у нас спрятался. Поэтому просто здесь делаем столько навивов, сколько нам позволяет ленточка, ой, ниточка. Почему я так вам говорю? Просто вот всякая ситуация может у вышивки быть. А вдруг у вас нет нитки больше, да? Допустим, это последняя. Вот можно сделать таким образом. Вот смотрите, теперь мы аккуратненько так вот выводим нашу ниточку. Вот, мы его вывели ее, придерживаем хвостик и укладываем с другой стороны. И уводим ее вниз. Все. Смотрите. У нас последний лепесток. И вообще не скажешь, что он какой-то у нас обделенный. Он такой же пышный у нас получился. Почему? Потому что за счет правого лепестка, правый лепесток очень такой пышный получился. А левый, который не очень как бы пышный, с одной стороны, он у нас получился очень-очень даже неплохо. Вот такой лепесток получился. Все, теперь с обратной стороны мы ниточку закрепляем узелочек и обстригаем. Таким образом мы с вами вышили полностью низ всех наших лепесточков. Здесь можно их взять иголочку либо на нить и подшить, если вам не нравится, что они такие пышные. Если вас все устраивает, в принципе, меня устраивает. Потому что лепестки должны быть как бы пышными, более объемными. Теперь вышьем вот такой же лепесток вот здесь, этой зеленью нашей болотной. Она здесь будет уместна. Вот, мы считаем, что вот эта сторона, это как бы середина. И мы придерживаемся и середины, и внешнего вот такого вот ажурного края. Здесь спускаемся где-то на 1,5 сантиметра. И вот верхушечка нашего вот такого лепесточка, листика, скажем, да, это у нас уже как, скорее всего, как чашелистик он у нас идет снизу. Будем так рассчитывать, потому что фантазийный, в принципе, цветок, поэтому тут трудно сказать, что это такое, но у нас он будет вот таким образом выглядеть. Обычными прямыми стежками с одной стороны у нас придерживаемся контура и с другой стороны контура. И все именно вышиваем по контуру стежками, вот, немножечко косыми.
стараемся не выходить за линии, но с другой стороны, как получится. В принципе, можно и потом пройтись по обработать край лепестка. Это уже как вам захочется. Захотите, пройдете, не захотите, значит, оставите все как есть. Вот. А теперь далее, смотрите, у нас дальше лепесток поворачивается. Здесь можно просто вот так вот по контуру сюда. И следующие стежки просто вот немножко уходить. И подсоединить все с вот этими листиками, вот с этим краем можем немножко соединить, и все здесь вот можно подняться наверх вот сюда, далее вот отсюда вот здесь по линии, далее закрыть здесь просвет белый. Итак, вот эту часть нам надо с вами вышить черным. Вышиваем обычными стежками глади, начинаем с краю и достаточно такими широкими стежками. Задача заполнить полностью. То есть сначала покороче, подлиннее стежок делаем. Задача заполнить полностью все вот это белое пространство, чтобы оно у нас было черным. Чуть повыше, чуть пониже, чуть подлиннее, чуть покороче. Стежки вот такие вот должны быть. Там, где лепесточек вот этот пышный мешает, можно немножко рукой его прикрыть. Видите, покороче, подлиннее. Там, где видно, что еще требуется шовчик, стежок, делаем еще один стежок. Просится два стежка, делаем столько, сколько надо. Поверхность у нас должна быть закрыта черным. У меня немножко сложнее, потому что кожа, тем более она такая как бы гладкая, на ней не все ниточки хорошо сидят, иногда они сползают, поэтому здесь немножко по-другому у меня. Но, в принципе, если вышиваете на льне, то здесь вам будет немножечко полегче на льне. Он не такой скользкий, как кожа. У нас уже часть подшита. Немножко у меня сползает с пялец кожа. Никак не могу ее хорошенько закрепить. Дело в том, что даже вот без пялец вполне можно вышивать на коже. Даже если он так слабо держится, как у меня, ничего страшного. Конечно, лен должен сидеть плотно. Иначе у вас вышивка получится неаккуратная. Здесь шея. Здесь вот в этом плане с кожей легче. Кстати, вот есть плюс вот такой. Но с кожей еще плюс. Просто некоторые вещи хочется все-таки кожаные, чтобы были. Поэтому как бы приходится учиться и на коже хорошо вышивать. Ну, здесь вышито все. Смотрите, здесь все меня устраивает. Теперь смотрите, вот это место, у нас оно тоже, если поднять вот этот лепесток, смотрите, здесь тоже оно белое. Мы поэтому спускаемся вот сюда. Я даже вот сюда спущусь, смотрите. И это место тоже обработаю черным, иначе будет как-то не очень красиво, да? Хотя, в общем-то, оно, конечно, закрывается лепестками. Но я сейчас лепестки приподняла и закрою. Ну, хотя бы, чтобы видно было, что это как бы однородно, это не отдельный
не отдельная часть, чтобы казалось, что это все-таки один цветок, а не что-то такое отдельное. Здесь еще сделаю стежок. Вообще получается очень красиво. Настолько ярко, сочно получаются наши цветочки. Такую вышивку на эко-коже я делала первый раз. Поэтому эти девочки профессионалы. Я думаю, они меня простят. Если честно сказать, в интернете подобного на эко-коже я не видела. Здесь как бы мои эксперименты сами. Вот что получается. Все готово. Вот здесь еще немножко я хочу добавить стежков, потому что с этой стороны мне как-то больше прилегания, а здесь вот у меня меньше прилегания, и я просто здесь вот с краю слева добавлю несколько черных стежков, чтобы красивее смотрелась наша вышивка. Все индивидуально. Я говорю, у каждого получится по-разному. Вот, смотрите. Ой. Вот, смотрите, что у меня получилось. Так, я так чувствую, что какую-то часть вышивки вы не видели, потому что когда я смотрю на вышивку, я вообще не могу смотреть в экран. У меня совсем в другом месте, и там мне надо задирать голову. Вот, смотрите, но я думаю, что здесь вот ничего. То есть мы с вами вышили вот это место, оно у нас было белое. И вот это место, которое было под вот этими вот лепестками. Теперь убираем нашу черную нитку, узелок, выводим ее куда-нибудь подальше, обстригаем совсем в другом месте, вот здесь. Теперь берем желтый. Желтый беру в две ниточки, так как нам сейчас надо на вот этом черном сделать желтые узелки. Можно сделать французский или колониальный. Вот даже французский в три навива, 1, 2, 3, ниточкой две нитки, вот такие вот. Мне кажется, они будут очень хорошо смотреться. Будут такие пышные. Вот, видите? Отступаем где-то, вот, 3 миллиметра и делаем так. Вот, и делаем еще 1, 2, 3 навива, укладываем рядышком, вот, подтянули, уложили рядышком и выводим назад. Вот так. Далее идем вот сюда, выводим, делаем еще 3 навива, 1, 2, 3, укладываем рядышком, вот. Прижимаем ниточку и вывозим назад. Я вот сильно не затягиваю узелочки наши французские. Вот. И вот тут еще сделаю. Вот. Кажется, здесь вот 4 вот таких вот тычиночки. 1, 2, 3, 4. И вот рядышком 5 укладываем. И выводим. Вполне хватит. Надо было 5 делать, но получилось 4. Вот, ну достаточно красиво. Смотрите, как получается. Вообще чудесный цветок получается у нас. Просто загляденье. Вот, теперь я нить с обратной стороны крепляю, делаю узелок и обстригаю ее. И осталось, даже вот так, если бы верхушки не было, уже было бы очень красиво. Но у нас еще есть вот такая верхушечка. Эту верхушечку мы также сделаем вот таким бледно-розовым, я думаю. Я сейчас беру, у меня ниточка есть небольшая. И этим бледно-розовым я должна с вами вышить, вот полностью заполнить вот эту вот, вот эту часть, ну, естественно, минуя вот этих зеленых. Вот, вот видите? Здесь у нас еще будут тычинки. Эти тычинки, я не обращаю внимания на тычинки. Мне нужно просто заполнить вот это полностью пространство вот бледно-розовыми, меланжевыми нитками. Начнем вот отсюда и делаем такие же
гладь его из стежки. Покороче, подлиннее, но главное, чтобы они у нас заполнили все пространство. И потом край мы вышьем, край вот этот вот, мы вышьем вот таким вот, более насыщенным. А серединка у нас будет вот такая. Мне кажется, будет очень красиво смотреться. Сейчас посмотрим, ведь никто не знает, что получится. Просвет, вот видите, сразу просвет, закрываете его. Даже если что-то не заметили, этот просвет можно потом уже в самом конце закрыть. Стежки примерно должны идти, ну, вот по линии лепестка. Если у нас по линии не получается, где-то вот можно их более закруглить. Вот здесь, например, мне надо много стежков, а у основания надо мало стежков. Поэтому я вот прям делаю немножко, как вот сегмент какой-то выбираю и делаю по сегменту. Постепенно, постепенно вниз уходя. Сюда, к основанию. Вот видите, получается, как бы треугольничек такой у меня получился. И вниз, еще ниже, ниже. Я думаю, вы поняли, как вышивать вот эту часть. Шли, а вот эту часть вы довышиваете сами, и мы с вами продолжим. Итак, вот что у меня получилось. Я вышила вот полностью гладевыми стежками всю поверхность вот верхушечки. И теперь по верхушке вот здесь вот нужно пройтись полностью по краю вот эти темными ниточками нашими вот такими меланжевыми. Начинаем вот с одного края и по линии швом назад иголку. С проколом предыдущего краешка. Вот. И здесь стараемся выделять линии. Вот, проходим. Сюда мы можем еще, знаете, сделать более ярким переход вот, одного лепестка и другого лепестка. Вот здесь вот еще сделать шов вот такой. Стежок. Вот, вот этот. Он как бы просится здесь. Теперь отсюда сюда. Отсюда сюда поднимаемся. Точно такой же стежок сделаем вот здесь вот. Немножко сюда и поднимемся в это же место сюда и разделим лепесточек вот отсюда, поднимемся отсюда к предыдущему проколу и теперь вот конец лепесточка вкалываем предыдущий ряд, ведем вот сюда, вот сюда ведем, вот сюда, вот
заканчиваем, чтобы сделать краешек более таким ярким, более выделенным, мы можем еще раз, смотрите, выйти. И вот уже по нашему шву, вот стежки, вот так ниточку, не затягивая, пропустить. У нас шовчик станет более выделенным, более интересным. Смотрите, вот я просто беру вот в эти стежочки уже готовые, ниточку пропускаю, у меня получается более объемный краешек. Главное не стянуть, сильно не стягиваем, стараемся контуры сохранить. Вот здесь вот даже немножко опустимся. Теперь здесь поднимемся, так же, как мы и делали, чтобы сохранить вот эти волны, вот эти фестончики лепестков. Вот вниз отсюда опустимся немножко, даже если у нас тут и не было стежка, но мне вот здесь вот хочется немножко выделить, поэтому я немножко опускаюсь, чуть-чуть корректирую наш стебелек. Все, теперь я увожу ниточку наизнанку и закрепляю ее. Берем нитку желтую. Она у меня сохранилась вдвое. И делаем тычиночки только уже на ножках. Берем вот отсюда, начинаем. Здесь делаем тычинку 1, 2, 3 оборота. И где-то вот тут она у нас заканчивается вот с такой ножкой. Видите? Вот я опускаю ее. И вывожу наизнанку. Теперь вот отсюда опять вывожу. Делаю 3 навива. 2, 3. Вот здесь она у меня будет, эта тычиночка. Примеряю ее. Вот. Теперь так меня устраивает. И я просто вывожу иголочку наизнанку. Все. Теперь следующая тычинка у меня будет вот здесь вот выходить. Место нахожу, где она выходит, вот здесь. Так, делаем 3 навива, определяем ей место, вот, нас устраивает, и выводим ее наизнанку. И последнюю тычинку делаем вот, вот тут. Даже ничего, что она у нас в зелень уходит, 2, 3. И вот здесь где-то вот выведем ее. Вот здесь. Вот здесь. Выводим. Так, закрепляем ниточку. И обстригаем. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая интересная работа у нас получилась. Знаете, что, мне кажется, не хватает? Мы берем черного, и вот в этих цветочках у нас черного нет, а черного в этом цветочке достаточно, поэтому я еще несколько сделаю французских узелочков, вот именно в серединке, и даже в принципе вот здесь, и они будут очень хорошо смотреться. 3 навива, и вот так вот увести все вниз. Буквально несколько, вот 3-4 узелочка, и они уже как бы нам соединят наши цветочки с нашим большим цветком. Сползла. 5 сползли. Я их уберу. Вот, и сделаю эти узелки без пялец. Вот таким образом. Так. Ну, мне кажется, еще здесь вот можно один узелочек сделать. Здесь готово. Теперь вот здесь вот выхожу и здесь делаю тоже несколько узелочков. Здесь уже можно как бы двойных сделать.
сюда выведу. Вот, посмотрите, что у нас получилось. На изнанке, с изнанки, ее просто горячим утюгом проглаживаем через изнанку, здесь вот хлопок. И она очень хорошо прогладится и исправит полностью вот здесь вот заломы, которые от перед сейчас у нас появились. В данном случае у нас получилась вот такая красивая работа. Я сейчас ее увеличу, и вы сами посмотрите. Вот. Такой красивый цветок, фантазийный, мы с вами вышили. И это у нас как бы основа для футляра. Футляр это может быть для очков, футляр это может быть для ножниц или еще для каких-то мелочей, которые вам необходимы в рукоделии. То есть смотрите сами. Я этот чехольчик хочу сделать для ножниц свою кухню, для своей кухни. Итак, наши занятия закончены. Я желаю, чтобы у вас получились очень красивые вышивки, несмотря на каком материале вы будете вышивать. Но в данном случае меня вот зацепила эко-кожа. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.